Слушай, я вообще про. А можно мой спорт мне, пожалуйста? Че, все, погнали, куда ехать? Я конфиг показываю. А, тебе типа лид жесткий дать? Подожди, блядь, лид, я разгоняться не умею в этой игре. Ну, типа, здесь, короче, постановка. Морный поребрик. Морда. И смотри, вот тут, вот в таком угле вот тянем. Бежим, короче. Бежим, блядь, в таком угле. Оценят, блядь, наши зрители. Любители, нахуй, дрифта. А не тайм-атак. Смотри, и вот смотри, вот тут, вот так. Оп-оп-оп-оп. И по кругу, так понял? Угу, все. Киберспорт, но спорт, едем. Проехал за 3 минуты 12 секунд круг. Нормально? Нормально, блядь, тайм-атак хуй. Блядь, я на Нюрбургринге. Давай, я жду. Блядь! А ты ж без ручника до сих пор, да? Да. Нормально, подписчик отправил. Ну да. Бля, почему так андерстирит? Потому что я ебла, наверное. Видишь, у меня как буксует дура. А тут тормозить как-то? Ну, типа здесь, да, типа подугливаешь чуть-чуть перед перекладкой, перекладываешься резко. Да, и вот прям хорошо, вот тут идеально. Только у тебя корик, ты что-то же дикий. Ну, блядь, я не могу в таком угле, потому что я играть не умею. На, нахуй. Ой, блядь. Дал, блядь, в жопу я. Потерял анальное детство. А ты, кстати, от какого вида? От вида на Манхэттен, нахуй. Слишком большой угол. Пиздец, блядь, Тесли кучат. Ну, блядь, пиздец, ты видишь корик-то мои? Блядь! Я корик закинул. Запись рабочего стола. Записи Е. Понял. 40 гигабайт. Нормально записываем. А тут без ручника типа ставится? Ну, типа того. Ну, можешь с ручником, которого у тебя нет. Бля, у меня угол здоровый, видишь какой? Вот все, пиздец, видишь, ну. Мне кажется, это из-за третьего. Че? На, нахуй. Ну, от третьего всегда хочется больше угла. Да? Да. Ну, серьезка. Понятно, почему тогда все в корыксе, блядь, в 100 градусов ездят. Все, надо ездить от крыши, нахуй. Блядь, я за твоим темпом не успеваю, ты пиздец, типа, быстрый. Хорошо, я буду мылить тогда на 100 турбо. Ебать угол. Ебать мылит у тебя. Бля, вот почему я тебя догнать не могу? Надо на клатче драчах ехать? Да. Ебать. Я не ударил тебя? Близко. Нет. Да ебать, я близко. Ты видел, как я еду супер круто. Блять, я тебя даже... Бля. Там понял последнюю перекладку, как можно делать? Типа лайфхаки применять. Чуть-чуть тормоз нажимать, чтобы машина вокруг себя типа так развернулась. И вот тут тоже так, оп, тормоз на секунду нажал, фу. Охуенный въебал. Бля, вот как вот я не... Ебаная, блять, игра! Дебиловит ли? Охуенно, у меня игра просто встала, блядь, в воздухе. Пизда, я ебу, нахуй. Ой-ой-ой. Ты чё, там ещё и на клочах от меня убегаешь, что ли? Ну, я типа отталкиваюсь. Блядь. Подожди, нахуй, не догоняй. Блядь, да подожди, ты меня ёбаный в рот. Всё, что? Блядь. Уху, блядь, видел, подлетел? Да. Блядь, куда ты там? В смысле, я не... Там ручника? Ну, конечно. Нет, что? Нет, я просто газ отпустил. Да охуеть! Просто как. Ебать, у тебя тест-стиль, слушай. Пацаны не оценят. Я через ручник переложился, потому что... Я понял уже, да. Ну, фу, я хуй не знаю, почему. Почему? Блядь, воткнулся. Пиздец, она не расклочевывается, блядь. Да, ты чё, за коробку там? Педаль сцепления, нахуй, выйдет во двор потом, после блядь, игры в Корсу. Нормально. Мне кажется, бикерники можно поехать. На вот этих тачках? Да. Нет, ты чё, я не проеду блядь. Бочонки. Бикерниёхи, бочонки теперь. Пиздец. Что ты нахуй? Ебать, ты ж когда вот смотрел, как, ну, блядь, тебе тупо, короче, естественно. Ты когда видишь, блядь. Пиздец, я в шоке с тебя, нахуй, руки отрастают. Да ебать, иди ты, нахуй. Руки. Пизда мне. Ебать, там колеса каменные, нахуй.
Они просто цементом их облили, они затвердели, блядь. Да. Или что там было? Да. Газ бросил. Да ебать, ну как вот здесь зайти? Да в пизду, блядь! Не понимаю я. Вот, я не могу здесь, типа, вот так вот протянуть в маленькому, блядь. Поздно переложился, поздно переложился. Да блядь! Ой, блядь. Ебать, да как они меня заебали, эти таблетки круглые! Таблетки. Гон на другую карту, говно нахуй. Ех ебать. Ех ебаный в рот. Скачем нахуй. Ебать, у меня тут настрой. Блять, наска... Я тут ебать как на скачках еду. Пиздец мылит. Ебать. Ебать, куда нахуй? Блять. Залочил, да, пиздец, все? Да. Бля, пиздец, тут скорость огромная по сравнению со стритами. Охуеть, эмоции хуярят. Пиздец, ну я типа реально... Блядь, чизом покатаюсь. Пизда. Угол. Yeah. О, куда ты там? Завалил, блядь. Ебать, я представляю. Я понял. Я перекладываюсь, думаю, сейчас ебать под 300 разгонимся. Просто нам в 90 ставится. Ебать. Сори. Вот ебать, что-то я охуел. Блядь. Чего? Ты я хуйню какую-то сделал. Мне мамка так же говорила, когда я родился. Пиздец, пятнашка вообще по-другому управляется. Конечно. Ебать, этот корвет, пошел он нахуй. Пиздец, уебский автомобиль, я ебу. Да ебать, этот корвет реально для дебилов, блядь. Нахуй на этом корвете мучился. Ну-ка, оценка настройки от Catwish Studio. Ты видел корвет? Заебись, я настройка, вижу, понравилась. Пиздец. Ебать, у меня тут крыша, нахуй. Чисто крокодилий нос, бля, не капот. О, слушай, все, ебать, я киберспорт пошел, все. Поехали, нахуй. Все, блядь... уже за секунду вот поменял фидбэк, наказал уже 10 часов, да? Да, все, пиздец, я вообще сейчас ебать, смотри. Тихо, блядь. Куда ты бьешь меня? Тебя там наружу вынесло. Ебать, вообще пиздец, ты видишь, как я еду? У меня 100 баллов, нахуй, заезда. Да, да, да. Ебать, блядь, охуели! Блядь! Ебать, слушай, я вообще про... Я... А можно Моспорт мне, пожалуйста? Блядь, нахуй! Можно Моспорт, пожалуйста? Блядь, извини. Чисто знаешь, там пятнашка, блядь, ремонт 100 тысяч лямов. Бля. Ебать лоурайдера. Сейчас все заебись будет. Сейчас я тебя охуем развил. Ебать. Ебать, ты с меня что ли, блядь, пример взял, нахуй, такие углы, блядь, после перекладок ставить? Да я что-то, блядь, я... А, у меня что-то, почему-то я, у меня что-то с тормозом, блядь, как будто бы. А что у тебя с ним? Как будто я не нажимаю его. Блядь, куда я? Нормально. Блядь, педали подвинул, прикинь, все, не могу ехать. Да сука! Что за хуйня? Чуть-чуть педали, прикинь, подвинул вправо, все. Подожди, я люблю, когда фидбэк пожестче. Короче, без смазки любишь, чтоб входили. Блядь, что мне сделать? Сейчас я форточку открою. Baby skin it news, 18+. Нет, я не влюблюсь, у меня нет чувств. На, нахуй тебе. Я знал. Вот как в воду вглядел, знаешь. Я прям думаю, вот зауглиться же, сука. Ебать, у меня тут Майнкрафт. Вот, бля, я на внешку, видишь, как выпадаю жестко, блядь. Да, блядь, ты чё там? Ручник, что ли? Нет. Ручник, что ли, ёбнул? Блядь! Нихуя себе, блядь. Я въебал, блядь. Да ебал! Ну и здесь это самое нормальное. Охуенно. А, понял. Это просто гениастой ставлю. Реально не плавно делаю, бля, я же знаю, как надо, ёб твою мать. Вообще, типа, не получается. Вообще, пиздец, я как будто ебанько. Ну, я, понятное дело, я ебанько, но... Смотри, показываю первый, последний раз. Вот так вот, короче, разгоняешься. Блядь! В смысле? Блядь, что? Ебать, что со мной? Что я делаю? Я вообще, блядь, педалями как... Вы как два инвалида. Да вообще. Блядь, тебе так стыдно, слышишь? Пиздец. А мне, я тоже играл два дня назад. Что-то я там стримил, блядь, я нормально играл. Блядь, ну как так?
А, я тебя не толкнул? Толкнул. Ебать как, причем. А. Бля, я вообще, бля, как дебилой. Я не так плохо играю, на самом деле, в курсе, блядь. Дорогие зрители, поймите меня. Я тоже. Блядь, куда ты так тормозишь-то? Так там, да углевать надо. Пиздец, ты там, блядь, тормозной, блядь. Углом там тормознить нахуй надо. Ну я присоединяюсь, я на Гоча. Я на Гоча найду. Капиташки. Да, на Гоча. Ну, НГК вот так. Я тогда на четверку быстренько возьму. А куда ехать-то? Направо тут. Хорош, морный. Широкую. Вот далее вот сюда. Вовнутрь. Да, хорош, под стенку. Ебать ты. Пиздец, вот коробка. Вот тут сюда, блин. Налево. Вот клип вот этот внешний. Перекладка манжа. Я как штурман. Еще одна перекладка манжа. Только она там подшире, понял? Не в центре. А мне кажется, что-то как-то, ну... Блядь, на расходе. Блядь, она в отсечку там ебашит. Да. Ебать корик-то. У меня? Да. Да ладно. Да, там корик у тебя был вообще. Очень поздно переложился. На-на-на. Ты от третьего? Да. Понятно. Ему говори ему похуй. У меня реал-лайф еще VR не хватает. Блять! Ударил? Нет. А сейчас? Нет. Чего, блять? Бля, я не вижу нихуя от салона. Я не вижу ни клипы, нихуя просто. Так а нахуя ты от него играешь? Да, блядь, ставить лень. Заебись. Как все готовятся к моспорту, знаешь, типа так нужно подобрать охуенный руф, настроить машину. Кэдвиш, блядь, да похуй руф ставить лень от первого. Ну да, я не знаю, что уёбываться. Ладно, давай поставлю. Ну ты охуеешь, когда зайдешь. Мне кажется, ты ее где-то видел точно. А, я думаю, это просто какая-то стритовая карта. Давай, я с тобой. Я куда? Я, блядь, не знаю, куда ехать. Ну ладно, ладно, поехали. На второй шоу ехать? Да-да-да. А, блядь, это свечка. Что за хуйня? Ты чё, ебланы это, блядь, где я якорь кинул? Пиздец, блядь. Ой, колесо. Эх, ебать. Это я тебя, ну, толкнул. Ты там опять от первого, что ли? Нет, от третьего. Опять, блядь, сказал. От первого нормально. Опять я, сука, от третьего играю. Ну, еблан. Блядь, у меня голова не уместилась. Я как Джеймс Дин, блядь, высокий. У меня через крышу. Блядь, я через крышу голова вылезла, понял? У меня, ебать, люк тут чисто. Не знаю, 184, наверное. Да ебать, что ты меня там убиваешь? Там полоска, блядь, разделяющая. Я от первого лица не вижу нихуя. Какие нахуй полоски? Блядь. Все хорошо, поехали. Вот тебе руф, блядь. Ну да, от руф легче. Нахуя реально? Весь день ему про это говорю. Да, блядь, лень. Вот от третьего. Заебись. Нахуя я от этого третьего ебучего езжу? Ебать, я поставился. Я, по-моему, вообще там, блядь, ну, на 100 баллов нахуй. Охуенно проехал, да. Так вот тут что-то перекладка немного говна. Вот это неплохо, но перекладку бы порезче. Это я труф похуярю. Рано приложился. Вот тут руль течет. Прямо был во время прыжка. Блядь, а нахуя от третьего лица реально еду? Смотри, я конфиг, блядь, от руфа с первого раза, блядь, проехал. Ну хуя я, блядь, от руфы, ну от этой, блядь, от третьего лица сразу. Ебать, я долбаю! Сука, весь день ему говорю, поставь руф! Вот тут не догоняю. Блять, у меня Velocity повернулось, понял вот это? Да-да-да. Давай нахуй день. Перезапустить на день, то же самое. Перезапускать надо? Да. Да нахуй надо тогда. Блять! Ой, что-то... Ой, блять, перебор. Ебать, там у тебя колеса вылезли за арки. Блять! Да, блять. Блять!
Сука, я каждый раз лидом так ставлюсь, ручник и фул тормоз, и ты каждый раз такой, блядь! Сука! Блядь! Да блядь, просто это нахуй! У тебя в комнате вообще-то мы как, не знаю, как в тюрьме. Пиздец, жалюзи называется. Ого, это миллиметр по карадару. Сейчас я из-под жопы буду ставить. Ебать, я вообще как... Блядь, хуеть, я, блядь, гоча. Я тебя тронул или нет? Газ я вообще сейчас чувствую охуенно. Блять, этот Velocity заебал переворачиваться.